Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Давайте рассмотрим еще один такой интересный вариант, который может случиться у абсолютно любого автолюбителя. Вот привезли мне такого отморозка, вот с такими показателями. СОВ 14, заряд 0%. Вот эти показатели я записал. И, как видим, это любимая песня аккумуляторщиков. Называется «Земля в аккумуляторе». «Земля в аккумуляторе», «Земля в аккумуляторе» видна. Ну, в данном случае у нас лед. Батарея абсолютно замороженная. Что неудивительно, у нас Северный Казахстан, и батарейки при разряде имеют свойство замерзать. Значит, так, блин, надо радио отключить, а то меня заблокирует. Юперный театр. А, все. Значит, давайте рассмотрим алгоритм наших телодвижений. Плюс к этому, ко всему, походу, еще маленький уровень. Там, ну, это будет ясно, видно и понятно после того, как батарейку я отогрею. Отогревать будем в специальном отогревательном аппарате, который у меня вот здесь вот расположен над печечкой моей. Вот так. Ставим батареечку, и батарейка будет отогреваться почти естественным образом. Ну, а пока отключаемся и ждем отогрева. Так, друзья, наш отморозок прогрелся. Вот видим, 21-22 градуса на нем, поэтому мы будем вытаскивать его с нашего прогревочного сооружения. И давайте будем делать тут же замер. Это у меня отдыхает руководитель моего предприятия. Шара. Шарикоподшипник, другим словом. Так, давайте сделаем замерчики, которые у нас будут на этой батарее после отогрева. Так, я их записывать не буду, постараемся их запомнить. Так, обычное, необычное. Так, 620 ампер. Ой, блин, пролетело. Опачки, мы уже видим 42% по соху, по заряду 0 и 405 ампер пусковой ток. Напряжение 11,91 и сопротивление 4,83. Так, сейчас я ее воткну или втыкну в зарядный бокс и попробуем на минималках поработать с этой батареей по методу одного прогона. Так, пока поставлю на паузу и закидываю в зарядный бокс. Батарейка в зарядном боксе. Давайте выставляем 2 ампера. Даже можно и 1,5. Потому что у нас напряжение ниже 12 вольт. Поэтому мы постараемся эту батарейку начать с самых минимальных значений. Ну, давайте 1,5 ампера. Потому как я еду домой, до дома, до хаты, батарейку оставляем на вымпеле на автоматике. И в случае удачного прохождения предзаряда, заряд наш плавно перейдет в абсорбацию минимальным током. Историю этой батареи, хоть хозяин и был, он толком мне объяснить не смог.
машина стояла то ли на ремонте, то ли где-то, как ее просадили. Клиент торопился, кинул эту батарею, привез ее на такси, и поговорить с ним мне так и не удалось, выпытать с него. Обычно я у клиентов выпытываю историю просадки, потому как стратегия, построение стратегии работы с батареей, это очень важно. Важно и необходимо нам знать. Так, включаем зарядное устройство, одеваем шапчушку, пуховичок, зимние тапочки и чаду до дома. Жрать хочу уже, честно говоря, даже не есть, а жрать. Ну все, отключаю видеозапись, включение, следующее включение будет завтра. Как видим, вымпел, закончим работать с нашим отморозком. 15,2 часа отработал вымпел. И давайте посмотрим, что у нас получилось с одним прогоном. Плотность была, я вчера забыл замерить, вернее, забыл снять, как я замерял. Плотность была 1,10. Давайте глянем, что у нас получилось. Так. Ну, сейчас плотность поднялась до 1,15. Да, плотность 1,15. Давайте еще в соседнюю баночку заглянем. Ну, здесь 1,16. Так, видим, что кипение идет небольшое. Отключаем от зарядника и даем батарейке отстояться часа 3-4. На часа 3, я думаю, будет достаточно. И продолжим работу с этим отморозком. Наш отмороженный обморозок или обмороженный отморозок отстоялся 3,5 часа. Давайте замерим плотность. Плотность выросла. Ни хрена не выросла. Нет, на одну точку увеличилась 1,16. И в этой баночке, где было 1,16, давайте глянем тоже. Здесь 1,17. На одну точку разница у нас в этих баночках. Так, давайте подключаем зарядное устройство. И теперь будем заряжать эту батарейку 5%. Давайте 5%. То есть 3,1 ампер. Предзаряд у нас плавно вылился в основной заряд ночью и перетек в дозаряд. Одним прогоном эта батарейка опять у нас с ней, вернее, не опять, а снова не получилось одним прогоном эту батарейку, с этой батарейкой завершить работу. Видимо, были разряды. Видимо, возможно. Но это опять же мои предположения. На этой батарее ездили с недозарядом. Я машину не видел. С хозяином, как я уже говорил, не удалось толком поговорить. Давайте начнем работать, а потом будем уже выяснять, что да как. Как да что. Итак, пошел у нас заряд. Посмотрим на 3 амперах,
До какого напряжения окончания заряда сейчас у нас батарея дойдет. Если напряжение будет менее 16 вольт, менее 16 вольт, будем подпирать заряд током и разгонять батарею до напряжения минимально 16,2. 16,2, 16,25, 16,3 вольт. Ну, посмотрим. Сейчас давайте минут через 15-20 я сделаю повторное включение записи и уже будем принимать какое-то решение. Прошло 46 минут и напряжение у нас застыло на отметки 15,8 вольт, поэтому давайте попробуем разогнать батарейку до 16. Так, 4, ну-ка, 4,5, 16,1. Давайте разгоним 5 амперами. Так, вот 16,2. Остановимся на 5 амперах. Пусть батарейка разгонится. Как только начнется снижение напряжения, значит, этот цикл до заряда мы останавливаем. Посмотрю по времени, как это быстро у нас произойдет. Если получится сделать отстой сегодня, хотя бы короткий часовой, то я его сделаю. Если не получится, то батарея будет отстаиваться до завтра. И завтра, если она отстоится до завтра, то на следующий день, как правило, эта батарея, это напряжение окончания заряда будет легко у нас подходить уже на 3 амперах. Так, давайте не будем растягивать ролик, пока приостанавливаю съемку. Ну вот, подпор у нас дошел до 6 ампер. 6 ампер, и напряжение начало падать. 16,1. На сегодня с этой батареей мы работу заканчиваем. Отключаем от зарядника и оставляем ее на отстой. Подъехали клиенты опять. И отключаюсь до завтра. Прошло 16 часов отстоя нашего отморозка. Давайте замерим, что у нас с плотностью. Так, с плотностью у нас 1,21. Да, 1,21. Продолжаем работку. Подключаем зарядник. И смотрим НРЦ. НРЦ 12,9. Так, настройки. Что у нас? 17. И выставляем 5%. Вот так, 3 ампера. Включаем зарядник. И смотрим, до какого напряжения дойдет наш замороженный реактор. Прошло 20 минут. Отдано всего лишь 1 ампер, батарея на 5% разгоняться не хочет. Абсолютно. Давайте посмотрим за процессом кипения. Подписчики сделали мне замечание, чтобы я
фиксировал именно процесс кипения. Как видим, батарейка кипит. Вот такое среднее кипение. Но электролит пока перемешиваться у нас не хочет. Поэтому давайте подопрем до 16,2. Догоним напряжение 16,2. Вот 3,5 ампера. Вот 3,7. Видим, 16,2 появилось у нас. И этот цикл, я думаю, опять, я думаю, да ёперный театр. Предполагаю, продлится 1-1,5 часа у нас. Будем подпирать процесс кипения. Затем отключим зарядное, и за счет инертности заряда этот процесс у нас должен продолжаться. Будем ждать, пока плотность у нас не вырастет до 1,28 на этой батарее. В принципе, опять же, я не знаю историю этой батареи, я не видел автомобиль. Ну, скорее всего, аккумулятор эксплуатировался либо с недозарядами, либо было несколько просадок, после которых автомобиль заводили и ехали на нем дальше работать, двигаться по городу. Поэтому такая глубокая сульфатация, и батарея больная у нас, будем так говорить. Потому что реактор, как правило, он очень легко разгоняется до напряжения окончания заряда, минимум 16,2 вольта. Вот у нас здесь стоит 5-летний наш казахстанский аккумулятор. Вон он. Так, это у нас вожак, по-моему. Да, вожак. Вот 17-го года батарея. Видно, да? И эта батарейка, она легко набирает 3 амперами, 5%, 16,6 вольт. С батареей работаю тоже второй день. И плотность уверенно подбирается к нашим оптимально-минимальным значениям. Так, ну что, будем ждать дальше, что будет происходить с этой батарейкой. Прошло еще 30 минут после того, как мы начали делать подпор зарядным током, и потихонечку напряжение начало опять прыгать в сторону снижения. Давайте замерим плотность. На данном этапе необходимо мерить плотность как можно чаще. Вот такой мутненький электролит у нас. Да и оперный театр. Вот так вот. Плотность не поменялась. 1,21. И посмотрим, давайте, за процессом кипения. Ну, кипит довольно-таки активно. На 16,2 вольта. Вот у нас казахстанский на 16,5 вольт. Вот такой процесс кипения также у него. Давайте замерим у него плотность. Так, казахстанский начал активно наращивать плотность. 1,23.
1.23. Так, у нас первоначальная плотность, я не, так, блин, не записал, но я эту плотность помню. Это батарейка пришла с плотностью 1.17. Вот показатели. Ну, продолжаем работу. Сейчас буду подпирать 16.2 вольта током и заряжать в течение, ну, я думаю, часика полтора мы с этой батареей должны проработать. 50 минут мы уже проработали, то есть еще минут 40 и заряд будем заканчивать. Батарея сложная, батарея, как я уже говорил, больная, умотанная неправильным обслуживанием, зарядом. Так, батарея 18 года, 12 месяц 18 года, 4 года батарейки. Ну, реакторы одни из лучших батарей, но срок службы у этих батарей довольно-таки короткий, недолгий. В основном они отрабатывают 4 года. 5-летних реакторов я практически встречал, но очень редко. 4 года это максимальный срок службы этих батарей. Так что особых каких-то иллюзий по поводу этой именно батареи мы не будем испытывать. Нужно быть, парни, нет, не парни, друзья, нужно быть реалистами и смотреть на вещи реально. У всего есть определенный срок жизни, службы, работы. И поэтому ждать каких-то чудес, я не верю в чудеса. Все, что происходит, это оно происходит на ваших глазах. Поэтому все прозрачно, чтобы вы тоже при вот таких случаях не верили в какие-то чудеса, не делали там каких-то бесполезных разрядов, НРЦ, как их, КТЦ, все прочее. Ну, не расшатаете вы батарею в таком состоянии. Это сложно и, вернее, это не сложно, это невозможно. Будем так говорить. Итак, перейдем к настроечкам. 16.1 начала опять у нас батарейка показывать. Вот 3.9 добавили и поперло на 16.2. Так, что у нас там по времени? Так, вот на казахстанском начало напряжение также на 3 амперах начало снижаться. Еще на 0,1 оно упадет. И я также буду прекращать заряд и позволю инертному заряду также проработать немножко с этой батареей. А пока давайте отключаемся. 2 часа мы проработали на очередном дозаряде с этой батареей. Давайте сделаем замер плотности рефрактометром. Так. По поводу мутного электролита, давайте наберем полный и посмотрим. Не такой он уж и мутный электролит. Дело в том, что батарейки, у батарейки возраст, батарейка была в работе, это не отбитая активная масса, это продукты, будем так говорить, жизнедеятельности, это отработка именно те продукты, которые
образуются в результате этих химических реакций в батарее, поэтому ничего, это вполне естественный процесс, и ничего страшного в этом нету. Так, итак, давайте заглянем в рефрак. Вот, блин, поймать бы еще его. Вот так вот. Так, и видим плотность 1,23. 1,23. Ну-ка, я еще посмотрю. Да, плотность 1,23. 2 часа мы отработали на очередном дозаряде с этой отмороженной больной батарейкой. И теперь батарейку отключаем. Батарею отключим от зарядного устройства. И дадим ей... дадим ей пару часиков минимум отстояться, чтобы она... начала набирать плотность за счет инертного заряда. Пусть поработает инертный заряд с этой батареей. И после отстоя сделаем замерчик опять с помощью рефрактометра. Делаем отстой очередной. Да, и давайте замерим температурку батареи после дозаряда. Как видим, на батарейке 20 градусов. Основной показатель неправильного заряда — это повышение температуры. Температура во время заряда не должна на батареях повышаться. Ну, давайте вожак проверим. Ну, здесь вообще все спокойно, и глухо и тихо. С вожаком я продолжаю работать, так как напряжение держится стабильно на 16,5. Вот сейчас начало немножко дергаться в сторону понижения до 16,4. Как только упадет напряжение до 16,4, эту батарейку мы тоже уведем в отстой. Сейчас замерял плотность на вожечке. Плотность 1,25 у этой батареи. Ну, разговор сегодня не о вожаке, а вот этом реакторе. Поэтому снимать я эти показатели не буду. Показатели я буду показывать клиенту, который мне будет платить за эту национальную валюту. Опять делаем отключение. Батарейка отстоялась 3 часа. Давайте замерим плотность. Узнаем, поменялась ли плотность за время отстоя. И продолжим работу с этой батарейкой. Так. Бляха-муха. 3 камеры, и не знаю, в какую тыкнуть. Ага, вот у нас. Так. Плотность по-прежнему 1,23, чуть выше. Чуть-чуть повыше. Так. Да, 1,23,5. Опять подключаем к зарядному устройству. Вот кто-то говорит, что можно быстро зарядить батарею, но я имею в виду клиентов, которые утром приезжают, что после обеда заберем. Ну, как-то неприлично говорить им, что быстро только кролики занимаются любовью. Так, ну что,
Давайте включим на 3 амперах и посмотрим на 5%, насколько наша батарейка разгонится. Опять будем делать подпор. Сегодня сделаю еще один цикл, и по всей видимости время уже почти 4 часа. И по завершению этого цикла буду отключать батарею от зарядника, и пусть она отстаивается до завтра. Сульфатация очень глубокая, батарея не разгоняется. Это все издержки неправильной эксплуатации и неправильного обслуживания. Да и возраст 4 года батареи. Поэтому говорить о каком-то прекрасном самочувствии батареи, при всем при том, что у нас вспоминают об аккумуляторах только тогда, когда автомобиль не завелся. Ну, это где-то 75% автовладельцев живут именно по такому принципу. Так, ну пока отключаю запись. Прошло 30 минут, и наш отморозок дальше 15,9 вольт двигаться не хочет. Даже наметилась тенденция, наоборот, к понижению напряжения, поэтому будем его немножко ломать. Вот так вот потихонечку добавляем. Вот так вот 16, догоняем до 16,2, делаем подпор потихонечку током. Ну, 4,7 ток, результата 0. 16,1, нам нужно вот так вот 16,2, и этот цикл до заряда, я думаю, уложусь в 1,5 часа. Сейчас время почти 4:30, и через 1,5 часа опять отключаем эту батарею и оставляем ее отстаиваться. Пусть инертный заряд поработает с этой батареей, и уже завтра посмотрим, как эта батарея будет набирать напряжение окончания заряда. Этот важный параметр, который должен превышать 16,2 вольта на батареях типа реактор. Все, тратор была, становимся на перекур. Работаем с батареей 1:37, и зарядный ток мы догнали до неприличных почти 6 ампер подпор. Значит, опа, он, видите, сам прыгнул на 6 ампер, показал свой нрав, вымпел. Так, давайте посмотрим, что у нас с батарейкой. Раз мы уж начали мерить рефрактометром, давайте продолжим. Так, посмотрим на температурку батареи. Так, вот так вот, чтобы это было. 25, идет небольшой прогрев, да? Чуть-чуть батарейка прогрелась. Так, 24. Ну, прогрев, термометрия в пределах разумного. Давайте заглянем. Так, что у нас, вспышка включена? Нет. Давайте включим вспышку и посмотрим, что у нас творится внутри. Мы видим кипение. Не бурление, но кипение. Так, так, давайте попробуем. Так вот, фокус настроить. Да, батарея активно кипит. Активно пропариваем мы сульфатики. Зарядные отключаю.
отключаю, и батарея будет отстаиваться у нас 15-16 часов, то есть до завтра. У меня еще на сегодня небольшой фронт работы, сейчас надо будет допаять клемку, сделать вот такую вот. Здесь подготовился, осталось клемку залить. Так, и также буду собираться домой. Так, ну давайте с этой банки начали, давайте будем мониторить эту банку. По всем банкам я пробежался, и разброс в одну точку мы имеем. Ну, это в пределах допуска, как бы это все нормально. Так, ну-ка ищем, где у нас глазок камеры. Так, 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 так. Как же тебя поймать-то, блядь? Ёперный театр. Так. Это что такое? Блядь, вот так вот. Блин. Что-то он... Фокус не хочет настраиваться. Давайте я сам посмотрю, сколько там. Так, плотность 1245. Ну-ка, давайте, может, еще раз получится. 1240. А что такое? Было же все хорошо и удачно. А сейчас что-то она... Что-то у нас рефрактометр не хочет. Ну, давайте. Поверьте мне на слово. 1245. Попробую разобраться, что такое. Или сама камера у меня грязная. А вот так, 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 так. Ну, давай, 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 настраивайся. Один 245, короче. Так, на сегодня это все. Завтра сделаем замер. Завтра будем мерить уже. Ну, давайте замерим. Эть. 1245. Вот так вот. Почти 1,25. Граница зеленого и белого цвета. 1,245. Электролит нормального цвета для 4-годовалой батареи. Взвеси. Активной массы в электролите нету. Я не могу сказать, что он как слеза. Мутноватый, но этот цвет придает, этот цвет придает отработанный материал, который дает химические реакции, которые проходят в аккумуляторе. Так, все, на сегодня все. Опять у нас получается очень длинный ролик. Отключаю запись до завтра. Наш отморозок, надеюсь, за 15 часов отдышался и воспрял духом. Ну, давайте это проверим. Его самочувствие после отстоя. Так, давайте начнем с плотности. Так. 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 Плотность 1,20... Бляха, 3 что ли? Да, 1,23. Плотность по-прежнему расти у нас не хочет. И давайте сделаем тест конвеем для того, чтобы определить целесообразность дальнейшей возни с этой батарейкой. Что нам дала наша работа. Так. Обычная батарея. О, 620.
пока показатели у нас вот такие. Батарейка оживает 82%. Ну, естественно, 98 заряда, и НРЦ мне, друзья, честно говоря, не нравится. 12,83. Это НРЦ нам подсказывает, что расслоения-то практически нет в батарейке. Но нет и плотности. Так. Вот так вот. Тогда 1,23,5. 24 почти. Так. Ну, давайте попробуем еще сделать дозарядный цикл. Либо у батареи уже появился повышенный саморазряд. Либо пока не знаю, что. Пока надо подумать, почему такие показатели интересные. Так, продолжим в том же режиме, с теми же настройками. Так, что у нас здесь? А, нет. Убираем до троечки, до 5%, и включаем зарядное устройство. Погнали наших городских. Время растягивать в ролике не буду. Подключусь, как только напряжение достигнет апогея, высшей точки нашего наслаждения. Пока отключаюсь. Вот, а вожачок наш легко догнал, набрал 1,25 плотность. Я думаю, сейчас ему сделаем последний дозаряд. Клиент температурит, ему надо ехать в Лисаковку. И часа в два он за этой батареей приедет. Ну, я думаю, пару часиков я с ней еще поработаю. Так, индикатор, что у нас с индикатором-то? Ой-ой-ой, а почему он... А, вот, все на месте. Метод, рекомендованный одним из подписчиков, поднятия плотности встряхивания. Ой, подписчик. Слава богу, у меня таких подписчиков, я надеюсь, нет. Ладненько, продолжаем работку с нашим заморозышем. Прошло буквально 15 минут, и наш отморозок уверенно держит 16,2 вольта на тех же параметрах, которые мы ему задали, на 3 амперах. И уже пытается, вот видите, добежать до 16,3 вольт. Или 16,1, прошу прощения. Но вот он только набрал 16,2. Значит, посмотрим по динамике. То есть вот вчерашний разгон с подпоркой тока кое-какие результаты положительные все-таки принес. Ладно, будем дальше смотреть, как будет эта батарея себя вести. Если будет снижение с 16,2 до 16,1, значит, будем опять подпирать. И я думаю, что сейчас я попытаюсь разогнать эту батарею до 16,3 вольт. И посмотрим на то, как растет у нас плотность. На 16 напряжение надо 16,25, 16,3. Вот для реактора это оптимальное напряжение для того, чтобы плотность поднималась уверенно. Так, пока опять иду пить чай и небольшое отключение. Разогнал аккумулятор до 16,3. Ток, как видим, 3,7.
28 минут время заряда. Так, ну где-то в течение часа, наверное, час-полтора посмотрим по динамике разгона. Ампер доведу подпорку где-то до 4,5 ампер, чтобы это было не сильно болезненно для аккумулятора. И будем делать опять отстой. От этого никуда не денешься. Вот немножко к теме о здоровье батареи. Значит, вот наш вожак, вот Талдыкурганский аккумулятор, который старше реактора и у которого здоровье получше, он очень легко разгоняется. Ну, давайте посмотрим. Так. Я выставил 16,5 вольт, чтобы батарея не разгонялась, и зарядный ток падает. Ну, давайте посмотрим на максималке. И эта батарея 16,6 легко набирает, она сейчас наберет больше. Разгонится до 16,7, до 16,8 вольт. Но мы ограничим зарядное напряжение 16,5 вольт. 16,5 вольт, вот так вот. Вот этого для этой батареи будет достаточно. И в этом режиме, как видим, ток у нас стремительно падает. Я думаю, батарея также отстоялась, как и реактор, 15 или 16 часов. И плотность на этой батарейке набирается более уверенно. Это говорит о том, что батарея, она намного, здоровье у нее намного лучше, чем у реактора. Правильная эксплуатация, хотя батарея тоже ни разу не обслуживалась, стоит на китайском автомобиле. Две семерки, три семерки, вернее, перевернутый Лифан, по-моему. И батарейка гребет к своему финишу гораздо увереннее, чем вот этот больной замороженный наш реактор. Прошло 2 часа 17 минут. Отдано 9,6, грубо говоря, 9,7 ампера. И подпор мы догнали до 5,8 ампер. Поэтому на этом моменте зарядочку будем отключать и давать батарее отстаиваться. Снимаю все максимально. Максимально для того, чтобы вам было понятно, что вот когда попадаются именно такие тяжелые батареи, за понюх табака эту батарею не размотать. Придется с ней немножко поработать, но главное не переусердствовать. Давайте опять смерим температуру. Температурка 22. Так, батарейка не греется у нас. Давайте замерим опять плотность. Мониторим плотность. Так. И плотность у нас уже 1,24, почти 1,25. Делаем также двухчасовой отстой. Откидываем клемки. И пусть работает у нас инертный заряд. Работает с этой батарейкой инертный заряд. Давай. Может, потрясем. Есть у кого желание? Если у кого-то есть желание, приедьте. Пожалуйста, помогите мне потрясти эту батарейку, чтобы поднять плотность. Так, Ваненька, опять останавливаю запись и делаем. Так, у нас время 20 минут 20 хвилин. Першого часиков до 3, возможно, до 4 будем батарейку отстаивать и продолжим с ней работу. Возможно,
сегодня мы с этой батареей, мы эту батарею не доведем до финала. Опять я начинаю, блин, что ж ты будешь делать, язык мой, враг мой, делать какие-то предсказания. Давайте будем смотреть по факту. Реактор дображивал у нас на инертном дозаряде 3 часа. Давайте опять замерим плотность. Плотность, как видим, 1,24, почти 1,20. Да, почти 1,25. И сейчас опять поставим ее на заряд и начнем работу с... до напряжения окончания заряда. Также на 16,3 вольта, также 3 ампера выставляем и подключаем зарядное устройство. Так, вот так вот стремительно растет у нас напряжение. И посмотрим, до каких значений оно дойдет до 3 ампер, на 3 амперах. Также будем подпирать немножко током, но уже 16,3 вольта. Сегодня этот цикл доведем до конца, и батарейка опять уйдет у нас в отстой, чует мое слабое сердце, до завтра. Ну что ж, ребята, не всегда получается так вот, что батарейка быстро вылетает, но дело надо доделать до конца, потому что клиент ждет от меня какого-то чуда. Ну, попробуем оправдать его доверие. Так, пусть она пока разгоняется. Как только разгонится, опять включу запись. Как видим, батарейка наша не хочет разгоняться до 16,3 вольт. Обычно батарея разгоняется в течение 15 минут. Время уже прошло 16 минут. И давайте будем делать подпор, чтобы разогнать ее. Так. Будем разгонять сразу до 16,3. И сегодня сделаем еще один дозаряд, и батарея уйдет в отстой. Так, 4,4 не хватает, 4,6 не хватает, 4,8. 5 мало. Ну-ка, пятерочку. И пятерки мало. Экспертное питание стало доступно во влажных рационах. Сбалансированные влажные рационы Purina One – это отличный вкус и гарантированная польза. Влажный корм Purina One изготовлен без добавления... 5,2. Будем делать подпор до 6 ампер с выдержкой напряжения 16,3. Как только достигнем этого рубежа, аккумулятор отключаем от зарядки и уходим отстой. Час 12 прошел с нашего дозаряда, с начала нашего дозаряда. И, как видим, уже 6 ампер не помогают держать напряжение 16,3 вольта. Поэтому мы сейчас немножко подержим такой ток до падения напряжения на 16,1, и зарядное устройство будем отключать. Батарея очень плохо разгоняется у нас. Не, батарея не греется. Так, ну давайте заглянем, что там.
Ну, обычное кипение. Кипит так, как надо. Вот так. Что-то у нас электролит. Ага. Электролит на прежнем уровне, ничего нам не дало. Так, 1,25 почти, 1,24 с половиной. Так, электролит немножко подогрелся. Будем делать еще и на эту поправку, потому что сейчас, я думаю, градусов 25. Ну, давайте посмотрим, сколько. О, так. Сколько на батарейке. Блин. Да нет, 20 градусов. 22. Так, по всей плоскости температура одинаковая. Что ж, ждем падения 16.1. Батарею отключаю и отключаю надолго. То есть до завтра. Завтра, вот, к сожалению, понедельник. И у меня, по идее, должен быть выходной. Что ж, придется работать. Работки пока хватает. Как бы сезон. Будем работать. Ладненько. Отключаюсь до завтра. Наш больной отморозок отстоялся 2 часа. Сегодня понедельник. И решил чуть-чуть поваляться. Приехал на работу. Давайте начнем с замера плотности. Плотность у нас 1,24. Плотность расти никак не хочет. Поэтому сегодня придется еще с этой батарейкой поработать. Напишите в комментариях, друзья, сколько дней мы уже сегодня работаем с этим отморозком. Который день. И опять начнем все так же самое. НРЦ 12,8. НРЦ как бы уже отличный. Так. Опять ставим 3 ампера. И напряжение 17 вольт. Пусть будем смотреть, до какого напряжение окончания заряда эта батарейка у нас догребет. Вот так вот быстро начало расти напряжение. Так, напряжение. Ток немножко убавим до 3. Вот так вот. Ну что ж, продолжаем долбить нашего отморозка. Прошло буквально 16 минут. Батарея сразу набрала у нас 16,2 вольта. Ну, в долгий ящик откладывать не будем. И будем разгонять ее до 16,3. Потихонечку. Вот так, 3,4. 16,3. А ну-ка давайте сделаем 3,5. Если будет 16,4, то будет вообще великолепно. Ох, что-то много я дал. 3,8. Вот так вот пойдет. Разгоним до 16,4 вольт. А давайте рискнем и сделаем вот так вот. 4 ампера. 4 ампера. Сразу дадим этой батарейке 16,4. И будем ждать снижения напряжения с подпором. Также догоним до 6 ампер. Будем догонять до 6 ампер. Посмотрим, насколько это уйдет, насколько у нас уйдет на это время. Батарейка сложная. Батарейка сложная, но надо ее разогнать. Надо ее разогнать, чтобы те сульфаты, те крупные сульфаты, смогли у нас раствориться. Смогли у нас раствориться и превратиться, преобразоваться в электролит. Возможно, какая-то часть
электролита у нас уже выработано, поэтому догонять буду эту батарею до 1,27. 1,27 и все, тратор. Тахта. Работать с этой батареей больше мы не будем. Пусть эта батарейка еще год отмотает, отработает. И по осени уже будет видно, сможет она дальше двигаться или нет. Прошло полтора часа работы. И смотрите, что получается, друзья. Уже 6 амперами, 5,9 ампер, я разогнал батарею до 16,5 вольт. Теперь будем ждать, когда произойдет снижение до 16,3 вольт. И на этом моменте мы заряд закончим и будем делать замеры. Ну, извините, и каю я иногда вот так. Блогер с меня, конечно, никакой. Но как могу, так и рассказываю, ребят. Кому не нравится, перепрыгивайте. Где говорят поинтереснее и повеселее. Так что ждем. Ждем. Полтора часика у нас прошло на этом дозаряде. Не знаю, последний это будет или предпоследний, завершающий, конечный, как еще говорят, окончательный. Будем поглядеть, короче. Итак, прошло 2:34 по времени, отдано 12:06. И только что наше зарядное напряжение перескакнуло, перепрыгнуло, переползло на отметку 16,2 вольта. Поэтому зарядник отключаем. Вот так вот. И давайте замерим плотность в этом нашем долгоиграющем реакторе. Так. Отмыло реометр. Ну, плотность у нас жесткий, 1,25 есть. План действий будет такой. Значит, время у нас сейчас уже 5 час. 2 часика мы дадим ей отстояться и сделаем очередной замер плотности. Насколько инертный заряд эту плотность поднимет за 2 часа. Если он не поднимет ее до 1,26 хотя бы, то значит придется нам поработать еще и завтра. Хозяин пока не звонит этой батарейке. Мы будем батарейку допинывать до конца, до нормальных значений. И, наверное, после 2 часов отстоя мы произведем тест на 2 часа. Отключаю камеру. Вчера вечером после работы показатели не снимал. Единственное, что замерил плотность. Неожиданно нагрянули друзья с мясом, соответственно, с водкой, и вся работа была остановлена. Батарейка простояла у нас в отстое еще 20 часов. Давайте замерим плотность. Плотность у нас уверенная 1,26 с половиной после отстоя. И работаем в том же темпе, в том же духе и в том же направлении. Подключаем зарядное. Так, вот это вот еще убрать надо. Так, НРС 12,8. Ток выставляем также 3 ампера. И посмотрим, насколько наша батарейка сегодня разгонится, до какого напряжения окончания заряда без подпорки зарядным током. Вот 3,1 сделаем. Вот так вот чуть-чуть. Вот так.
пока поставлю на паузу и включусь, когда батарея разгонится до максимальных значений. За 21 минуту работы батарея разогналась у нас до 16,2 вольта на 3 амперах. Ну, давайте будем разгонять ее до 16,5. Так, вот на 4 амперах у нас 16,4. Вот 4,5 ампера и 16,5 вольт. А теперь будем подпирать этот ток, ток напряжения до 6 ампер. Догоним ток до 6 ампер, посмотрим, насколько это уйдет время. И батарейка уйдет опять в отстой. Вот такая работа. Не знаю, уже сомневаюсь, монтировать, не монтировать этот ролик. Выкладывать, не выкладывать, потому что получается какая-то длинный сериал. Ладненько. Пока опять останавливаю запись. Пролетело 1:45. И остановились на подпоре 6 амперами. 16,5 вольт. Напряжение начало снижаться потихонечку. Вот 16,4. Как только упадет до 16,3 напряжение, будем останавливать дозаряд. Так, сейчас давайте замерим плотность этой батарейки. Что нам дал очередной дозаряд? 1,25. Плотность почему-то стала у нас меньше. Плотность стала 1,26, стала 1,25. Да нет, 1,26 так и осталось. Это непонятно что-то. Да, 1,26. Плотность пока у нас стоит ковом. Сейчас еще буквально несколько минут, как только напряжение будет падать до 16,3, и делаем опять отстой. И, наверное, будем делать этот отстой опять до завтра. Опять на 20 часов. Мерить уже завтра. Ладненько, останавливаем запись. Прошло 2:17, и только что напряжение у нас упало до 16,3 вольт. Все, давайте отключим зарядное устройство, снимем плотность и сделаем тест перед отстоем. Посмотрим, что у нас с батареей там получается. Так, давайте заглянем в нашу баночку. Вот так. Ну, плотность 1,26. Так и есть. Так и есть. А, бляха-муха, разлил. Электролит. Так. Бывает и так, и на и бывает, и на ю бывает, всякое бывает. Так, давайте отключим вспышку. Так вот, чтобы было обычное КБ 620 ампер.
вот 75%. После отстоя у нас, я не помню, по-моему, 800 с лишним было. Ой, 80 с лишним. Так, ну давайте. Пусть батарейка наша отстаивается еще 20 часов. И завтра после отстоя снимем показатели, сравним. И будем смотреть и думать, что делать дальше с этой батареей. Очень тяжело идет реактор. Вот я уже складывается такое впечатление, как будто кто-то делал корректировку электролита. Возможно, был сделан отбор и была долита воды, вода, потому что по всему батарея уже должна выйти на необходимую плотность. Но пока этого мы не видим. Так, пошел за тряпочкой, протру электролит и выключаю запись. Наш обморозок или отморозок простоял еще 19 часов. Вот стоя. Давайте замерим плотность. Так, плотность 1,265 в крайней банке. Ну, здесь такая же плотность 1,265. Очень плохо растет плотность, и я уже подумываю о том, чтобы эту батарейку. Так, вот эта баночка тоже 1,26. Чтобы эту батарейку отдать. Давайте снимем показатели, которые у нас после появляются после отстоя. Так, 82% НРЦ 1277 и пусковой 562. До зарядов больше делать не буду. Отдам с плотностью 1,26 и клиенту скажу, чтобы эту батарею привез мне где-то в мае, в конце апреля, в мае, чтобы часть сульфатов, сейчас толчок дан, эти сульфаты набивались не один день, возможно, не один месяц даже. Это застарелые сульфаты. Сейчас дрочить эту батарею я не вижу дальнейшего смысла, чтобы не уменьшить, урезать ее, не урезать ее ресурс. Поэтому сейчас буду звонить клиенту, и эту батарею я ему отдам вот с этими показателями. Показатели неплохие для 4-летней батареи. Так, ну, нет, не 4 года, 3, получается, а нет, да, 3 года получается, 12 месяц, 18 год. Ну, 82%, как бы по соху это неплохо. И 560 ампер тоже неплохо, с учетом того, что каждый год батарея в среднем теряет от 6 до 12%. 6% батареи, как правило, теряют первые года, начинается с 6%. И потом такой динамической прогрессии. Второй год, допустим, уже 8% батареи должна потерять, третий год 10%, и четвертый, пятый год 12%, ну, в районе 12% по пусковому току и по соху. Батареи должны терять, потому что от этого никуда не денешься, износ никто не отменял, и нужно быть реалистом, смотреть на вещи реально,
выколачивать то, чего уже нельзя с этой батареи выбить, это, я считаю, что это лишнее. Поэтому наш опять супер длинный ролик я буду заканчивать. Всем хочу пожелать добра, удачи, здоровья. Берегите свои батареи. Всем пока.